Голуби, 18 лайков, 1836 лайков. Я очень надеюсь, что у меня будет на этом видео больше, чем 1836 лайков. Пожалуйста. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в игру Brainwash, которая является как бы своеобразной вариацией на тему игры Brainout, Stump Me, но с довольно специфичным юморком частенько. Давайте посмотрим, что вообще за уровень 24, что он из себя представляет. Нужно нарисовать котика, милого котика, ты на него только посмотри, как... У тебя щека дырявая, котик. Котик, у тебя дырявая щека, надо что-то с этим делать. Ты согласен со мной, котик, или нет? Да блин, быстрей, да быстрей вращай. Я не могу, сука, я не могу закрасить ему хлеборезку здесь. А, и вот, смотри, у тебя дырка, дырка в теле, котик. У тебя говно выспится, когда срать будешь. Watching humans. Watching you humans. А, он присматривает за нами людьми, он за нами присматривает, понятно. Вот это падла такая, а, сыщик, Шерлок Холмс котячий, мать его, а. Он, наверное, такой, Watson, Watson, да? А, так, найди картину. А что он за нами присматривает, что он наблюдает, я не понимаю. Что он там расследует такое? Что это он такой внимательный? Найди картину, так, хер его знает. Я не знаю тайны этого котика, но я вижу за то, что мы можем найти вот такую картину и... Да, замечательно, что это? Что происходит? Твою мать! Вы понимаете? О боже, боже, боже! Утенок, как же так вышло-то? Как же так вышло-то, утенок? Родной, круто! Так, замечательно. Утенок БДСМ, ребята, такое тоже бывает. Котенок не БДСМ, утенок БДСМ, замечательно. Где мама? А я грибу. Какая мама? Вот это прям, знаете, самое родное, любимое слово мама. Посмотрите. Смотрите, какая женственная мадам. Вот вопрос. Вот кто из этих троих больше обезьяна? Как вы думаете? Я думаю, ответ очевиден. Поехали. Не теряй панду 15 секунд. А если она вылетит за экран? А, не, нормально. Мне кажется, панда сейчас разозлится и, собственно, начнет учить кунг-фу, а потом даст мне по хлеборезке. Вот именно так панда стала кунг-фой. Выбери правильные шляпы. Ну, например, допустим, нет, подождите, сейчас. Вот так. О, да, прекрасно, это у нас классический еврей. Это у нас бомж, походу, да, судя по всему. Это этот, который арабская ночь, этот султан. Ну, а это художник. Да, все правильно. И главное, у всех одинаковые хлеборезки. Походу, мамка что-то жесткое принимала во время родов, что родилась аж четверня и все с такими разными наклонностями. Выбери совпадение. Белла 6 лет. Pet food tester. Тестировщик еды для домашних животных. Так. Это у нас какой-то типа, это Tinder, да? А я вот. Да? Хорошо. Нет. Зои 7. Пушистые лапки. Тоже нет. А, я думал, типа, вправо смахнешь, да, влево нет, или вправо нет, влево, да. Как там, я не помню, как там наоборот. Или так. Близняшки 4. Султаны свинга. Господи Иисусе. Какая все-таки замечательная игра. А султаны свинга тут у нас пошли. Счастливая семья. Нужен друг. Не понял. А, вот сюда нужно нажимать, чтобы... Правильно? Ну все, замечательно. Ну, а чё эти султаны свинга мне не подходят, нет? А султаны свинга это неправильно, понятно? Посвинговать нельзя, зато вот в семью можно. Ну ладно, хорошо, хорошо. Игра проповедует традиционные ценности, это замечательно. Так, это прекрасно просто. Тогда, опа! Ой, смотрите, какой кошачий инь и янь, замечательный. Кошань. Tap anywhere to move UFO cat. Нажми куда угодно, чтобы переместить кошку НЛО. Нихера себе. Кошки уже стали НЛО. А в этой игре, кроме кошек, кто-то что-то делает, а то кошки присматривают, как сыщики за людьми. Кошки становятся НЛО. Кошки свингируют. А, ну утят, наверное, насилуют в БДСМ-костюмах, да? Тоже. А, надо загружать. Я понял, хорошо, давай. Кстати, у нас глазки-то, три глазки у кошки. У кошки три глазки, хераси. Хераси, у кошки три глазки, вы представляете? Правда где-то рядом. Истина, точнее. Истина где-то рядом.
И голубь вот этот, он выглядит как голубь, который нашел истину. Посмотрите в эти одухотворенные глазки. Посмотрите в эти мудростью просто за... В значит вендетта. Что это? Типа насрал, но... Но в итоге обосрал себя сам. Как же так вышло-то, а? Как же так вышло-то? Скажи мне, пожалуйста, родимый ты мой, голубок. Голубок ты мой родной, как же вышло, дорогой? Так, давай-ка, наверное, вот... Что, вот так? Да, вот так. Смотрите, мы, по-моему... Какая замечательная феечка, боже. Какое воплощение эстрогена. Какая красавица, вы только гляньте. Да, что тут скажешь, ребята, что тут скажешь? Это ли не прекрасная феечка? Я уверен, что если бы к Золушке вот такая феечка пришла, Золушка была бы очень рада. Золушка была бы просто в полном восторге, понимаете, от такого дерьмища просто обоссаться и не жить. Мне кажется, у Золушки, знаете, была бы какая реакция? Я так подозреваю, что вот Золушка такая сидит, убирается у себя в доме, прилетает такая фея. Золушка, я могу тебе. И Золушка такая, знаете, вот как-то так бы она, наверное, отреагировала. Я бы на месте Золушки, да, отреагировал бы как-то так, знаете. Посмотрите на это говно. Ну окей, хорошо. Хорошо. Так. О, я играл в эту игру. Да, я играл в эту игру. Потом пытался записать вторую серию, не смог ни одного уровня пройти. Тут там все так сделано, что нужно прям вот тютелька в тютельку рисовать. Не как в Draw One Part, а прям как-то очень жестко. И я не смог. Рассортируй все по цвету. Все, рассортируй. Вот. Ну вот. А сюда что, я не пойму. А сюда насрать, да? А сюда насрать и все. И как бы замечательно. О, давай меняться, наверное. Сними фото с кучей лайков. Я же говорю, давай меняться. Давай, вот так вот раз, и вот два, и вот... А, ну и вот так, да? Наверное, вот... Что такое? Вот так, да, вот так, замечательно. Фото с кучей лайков. Замечательно. Голуби, 18 лайков, 1836 лайков. А если сделать вот так, ладно. Ладно, мы не будем делать вот так. Я хотел 10 тысяч лайков, но, в принципе, видимо, не судьба, не будем так уж жадничать. Не будем так уж жадничать. Ребята, я очень надеюсь, что у меня будет на этом видео больше, чем 1836 лайков. Пожалуйста, если будет меньше, это будет унизительно, что у какой-то жопы лайков больше, чем у меня. Нехорошо. Make a fire show. Что, надо их поджечь всех, что ли, или что-нибудь? Так, замечательный огненный паучок. Все паучки как паучки, а этот падло огненный, да? А, они все такие, слушайте. Так их надо всех одновременно запустить. И вот и замечательно, и пошло огненное шоу. И, ребята, и пожары, пауки такие орут. А, горим, помогите, мои паучьи детки умирают. Они сгорают заживо. А, о боже, да, замечательно же. Good morning, доброе утро. Итак, проснулся у нас омлет с беконом и тостиками. Омлет с беконом и тостиками про... Что это такое, что это за циклоп там? Я сказал, вот. Я не знаю даже, как это комментировать, ребят. Ну, что я могу сказать? Ну, петушара пришел, и, что называется, сон у яичек прошел. Представляете, если бы меня когда-то разбудило вот такой вот хлебало петуха, наверное, я бы потом уснул навсегда сразу же. Mind the distance. Что это значит? Что значит mind the distance, я извиняюсь? Бред какой-то. Я ничего не понимаю. Я могу только вперед-назад, да? Только вперед-назад могу. Что за distance? Какой distance? Чего он дистансит? Что происходит? Их между собой менять нельзя, правильно? А? Держи дистанцию, вот, чтобы рядом никто не был. Я готов к кровати, развод. О, вот это правильно, да? Вот это правильно. Когда в Соньку не дает поиграть, что-то там лезет. Развод сразу. Сразу развод. Вот так вот. Артур Морган, подожди. Я сейчас разберусь со своей бабой. Дай вперед. Смотрите. Негр Эдисон хочет лампочку зажечь, по-моему, да? Как говорится, сколько нужно негров, чтобы зажечь лампочку? Ни один. Они все равно бесполезны. Все сделает Декарт. Моя ручка, твоя ручка. Ну, давай так. Моя ручка... Моя ручка или твоя ручка? Твоя ручка это относительно меня твоя ручка или твоя ручка это моя ручка? Какая из этих моя ручка? Такой вопрос. Ну ладно, давайте так, моя ручка большая, а твоя маленькая. Попробую так. Моя ручка больше твоей. И все-таки эта падла развела меня на ручку, сука. А-а-а! Хочешь больше? Хочу больше, давай, потираем все. Какой
Какой упоротый крендель. Что надо? Ну надо еще вот здесь вот смотри сделать. О, все. И вот здесь. Вот все. И вот здесь. Все, закрасили полностью. Работай! Больше! Логично, Джин. Знаете, Джин такой прям, даже обманывать не стал. Говорит, работай сильнее, и все у тебя в жизни будет. Я бы тебе тоже бы, наверное, Акинатор посоветовал поработать над своей фигурой побольше. Потому что это уже как-то даже неприлично, а так жиреть. Ну, не, ну вы видели этого Акинатора? Что ж там у него за меню-то ресторанные такие потрясающие? Вот хотелось бы знать. Хотелось бы знать. И хотелось бы тоже, наверное, тоже, наверное, угоститься. Падла ты жирная, дай немного. А что-то тут пропало. Ну вот, ну чё день, вот, все замечательно. И нянь, еще один и нянь, только не котячий на этот раз. Так, отлично, отлично. А теперь, среднестатистический зритель Ютуба, давайте-ка насрём ему немножко в голову, нет? Как перенаправить это? Да подожди ты, что? В самом-то деле, ой-ой-ой. Давайте по новой. По новой, давайте, во, вот так. Куда? Нет, еще раз по новой. Вот так. Вот, смотрите, что-то там попадает немного. Немного там что-то попадает. А что это какие-то смайлики, да? Какие-то мордочки. Хер знает. Какие-то головы кидаем в голову. Кидаем голову в голову, это же замечательно. Три, мать его, мушкетера офисных. Ну, давайте мы на этой вот святой троице будем заканчивать. И, надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.